Делегация Тюменского района во главе со Светланой Ивановой посетила Черноморский район Крыма. Встречала гостей глава местной администрации Людмила Глушко. Программа рабочего визита была обширной. За 5 дней своего пребывания в Черноморском районе делегация посетила ряд курортных, социальных и сельскохозяйственных объектов, приняли участие в открытии медицинского центра, пообщались с главами сельских поселений. В ходе встречи обе стороны поделились своим опытом работы в муниципальных образованиях, обсудили вопросы социально-экономического развития и политики органов местного самоуправления в области культуры и спорта. Хочется отметить, что Черноморский район ценит помощь и поддержку Тюменской области, а такие рабочие визиты способствуют укреплению партнерских отношений. Подводя итог, Людмила Глушко и Светлана Иванова выступили за расширение дружеских отношений между Черноморским и Тюменским районами. В завершение Светлана Владимировна пригласила представителей администрации и глав сельских поселений подшефного региона посетить Тюменский район с ответным визитом.